Так, решил записать Раскоробкин. Пришла ко мне чудо-посылочка из Тулы. Чудесной компании DPD. Пришли к нам аккумуляторы. Интересных ребят запаковали-ка. С чего ж тут начать-то? Затянули стяжкой. Еще и замотали скотчем. Жестко, однако. Стяжечка, я так понимаю, в подарок. Кривоватенькая, кривоватенькая. Ну да ладно, даренному коню, как говорится, зубы не смотрят. Ух ты, это что такая сдвоенная? Флоников. Парами идут, оказывается. Итак, это у нас диноджики. 800 миллиамперные. Дым. Второй. Третий. Упаковочку в Решил заказать мелких 4-баночных аккумов для вжика. Так, ну и замер напруги. Никакая банка бракованная не попалась. Надеюсь. 3,8, 3,8, 3,8, 3,8. Отлично. Следующий. 3,8, 3,8, 3,8, 3,8, отлично. И третий. Три, восемь. И четвертое. Отлично. Ну, все, приехало замечательно. Такие динозаврики 65C. Ну и посмотрим, как она на вжике будет. Ставлю я сверху покамест. Так. Можно сравнить с 1300. Просто 1300 для вжика очень великоват. Ему с ним тяжеловато. С 800-ками будет самое оно. Он за 5 минут в 3-баночном аке 500 миллиампер выедал. Ну все, посылочка пришла. Все отлично. Спасибо ребятам из Тулы.